Каспийске прошел День памяти и скорби в память о солдатах, погибших во время Великой Отечественной войны. С самого утра в городе проходило масса мероприятий. Заключительной стала акция «Огненные картины войны», которая прошла на главной площади города. Сейчас мы проводим крайнюю на сегодняшний день акцию «Огненные рисунки войны», организованную совместно с Министерством по делам молодежи. Мы изобразили рисунок, на котором изображен Абдулхаким Исмаилов, водрузивший знамя победы над Рейхстагом. В акции приняли участие жители нашего города от мала до велика, которая объединяла каспичан. Они сплоченно создавали композицию на территории площади имени Ленина. Множество жителей нашего прекрасного города вместе с детьми и с внуками сегодня помогали в организации нашей акции. Поэтому, друзья, как сегодняшний день и называется, мы будем помнить и передать поколение из поколения. Отметим, что освещали площадь порядка 15 тысяч огоньков.